Ой, привет. Простите, стесняюсь. Я зайка голубоглазка. Я девочка. Я живу с мамой. У нас есть домик на поляне. Вот. Я хочу рассказать маленькую историю о себе. Однажды мы с мамой решили пойти к речке. Было тепло, светило солнышко. Зайка моя, доченька, пойдем гулять, пойдем к речке. Ой, к речке? А там не опасно? Нет, я тебе сейчас покажу. Идем. Я иду. О, бабочка, бабочка! Мы вскоре пришли. Место было прекрасным. Речка меня заворожила. Вот мы дошли до речки. Послушай, как она журчит. Посмотри, какая она гладкая, как зеркало. О, речка. Ой! Ты чего, доченька? Я испугалась. Успокойся, это была лягушка. Лягушки всегда прыгают и квакают. Иногда они неожиданно появляются, но они не опасны. Ладно, мамочка. О, а кто там плещется в воде? Это рыба плещется. О, а там кто, мама? Это утка. Она что-то ищет в воде. Ой, а она не утонет? Я вижу только задние лапки. Нет, смотри, утка полетела. Не знаю, но сейчас еще лето, поэтому она могла улететь в свое гнездышко. Я поняла, мама. Ой! Мамочка! Не плачь. Давай я тебе помогу подняться. Вот, лягушка тебя испугала. Бабочки, лягушки, многие рыбы и некоторые птицы для нас не опасны. Они не враги. А вот от волка, лисы, хищных птиц лучше держаться подальше. Я тебе помогу, доченька. Я тебя всегда смогу защитить. Я буду с тобой. Даже если меня рядом не будет, знай, я все равно помогу тебе. Правда? Да. Спасибо, мамочка. Тут мимо меня снова прыгнула лягушка, но я не испугалась ее. Эй, лягушка, а ты можешь напугать лису?